Обычное утро детей, игры, рисование прерывает сигнал пожарной тревоги. К счастью, сегодня он учебный. В Химках провели единый день тренировочной эвакуации во всех социально значимых объектах округа. Больницы, детские сады, стадионы и Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Юные химчане узнали, как пользоваться огнетушителем или вовсе предотвратить опасность. Всегда в таких случаях детям рассказываем основные правила пожарной безопасности, что нужно, чтобы не допустить пожара, что нужно делать в случае пожара, показываем технику, ну и проводим саму эвакуацию. Сотрудники МЧС рассказали детям о безопасности, а также о работе пожарных и спасателей. Как происходит тушение возгорания, как именно вытаскивают человека из огня и какое оборудование при этом используют. Горящую комнату открываем, дверь, штуку здесь выдергиваем, оберемчику, и закидываем. Эта штука так типа не сильно взрывается, и всю комнату заполняет специальным порошком, и производится пожаротушение. Дети с удовольствием окунулись в будни спасателей. Меры безопасности выучили на зубок. Если пожар случился, то надо паниковать. Если дым идет, то нужно взять мокрую тряпку, прислонить к лицу, ну не прям к лицу, но к носу, по полу ползти до двери. Вот. Если пожар случился, то надо всех эвакуировать из дома. Такие единовременные тренировки проводят каждые 3 месяца. Чтобы быть уверенными, жители Химок не растеряются в критической ситуации. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.